Приблизительно 200 палестинцев пришли в пятницу к месту строительства барьерной стены на западном берегу реки Иордан. Там их встретили израильские солдаты, охраняющие территорию. Раньше границей в этом месте служила колючая проволока. Позже Иерусалим решил возвести еще и бетонную стену. Стычки начались после того, как военные приказали протестующим разойтись. Толпа рассредоточилась только когда израильтяне применили гранаты шокового действия и слезоточивый газ. Строительство стены началось еще в 2002 году. Израиль говорит, что она необходима для того, чтобы не дать палестинским террористам-смертникам проникать в израильские города. Палестина, в свою очередь, говорит о том, что это захват земли, которая испокон веков принадлежала ей. В четверг Израиль произвел авиаудар по автомобилю на территории Палестины, в котором находились двое военных. Один из них был членом группировки «Хамас» и, по мнению израильской стороны, планировал организовать пуск ракет на территорию Израиля. Палестина ответила на авиаудар ракетным обстрелом, зацепив территорию недалеко от израильского города Беэр-Шева. Кроме этого, в ночь на 9 декабря израильская авиация нанесла удар по некоторым военным базам «Хамаса», включая тренировочные лагеря. При этом ударная волна и осколки разрушили жилой дом возле места атаки. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.